Сегодня, здравствуйте. Здравейте. У нас очередной проповедник, новоиспеченный. Днес имаме отново нов проповедник. Я попросил его предоставить конспекты проповеди своей. Аз го помолих да ми покаже конспект на своя проповедь. Он мне их показал. Той ми ги показа. Я так понял, что там на несколько воскресений. Я разбрах, что това е за няколко седмици наред. Я поэтому говорю, ты сегодня смотри на часы. И за това му казвам да гледа часовника. Потом, когда я буду показывать знаки, да, то ты уже закругляйся. Ще му показвам знаци, кога трябва да свършвам. Поэтому сегодня поприветствуем студента. Да приветствуем студента. Духовной академии. На духовной академии. Алекс Колч, пожалуйста. Алекс Колч. Доброе утро, дорогая церковь. Всех доброе утро, скъпа церква. На сегодняшнем собрании. Много се радвам да видя на днешното събрание. Вот и пришел мой черед выступить на этом почетном месте. И я дошел мой ред да ви расскажа моето слово. И прославить слово Господа. И да прославим со слово, да прославим словото на Господа. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел поделиться свидетельством, которое произошло на прошлое воскресенье. И прийти да расскажа словото си, что подали свидетельство с вас, което се случило миналата седмица. После переезда в Болгарию я особо ни с кем не общался, кроме родных и нескольких друзей. След преместването ми в България не съм общувал с никого, освен родителите ми и няколко приятели в Русия. И вот в конце декабря мы договорились созвониться с одним моим одногруппником. И в края на декември с мой один коллега от университет се уговорихме да се чуем. Он уже знал на тот момент, что я являюсь членом церкви и хотел обсудить что-то важное. Той вече знаел, че съм част от църква и искал с мен да обсуди нещо важно. Но было венчание, затем у него не получалось созвониться, и мы так откладывали звонок. Имахме венчание и нямахме време да се чуем и го отлагахме това обаждане. И вот в прошлые выходные удалось наконец с ним созвониться, и он поделился то, что я сейчас расскажу вам. И минали уикенд, сечухме с него, и то есть поделить това важно, което ще ви разкажа сега. Он рассказал, что в его жизни за последний год было очень много падений, депрессивное состояние, он находился в такой апатии. И то рассказа, че през последната година на живота си той имал падение, намирался в депрессивном состоянии, апатия. И однажды, возвращаясь домой, он увидел замерзающую породистую кошку, она мяукала, просила помощи, но все проходили мимо. И один день, когда се прибирал, то я видя одно коте, което се молило за помощь, и почти всички подминаваха. И у него на тот момент он думал оставить животное погибать, либо же взять себе, и у него вот появился такое, как раздвоение пути, да? И на тот момент то имал два избора, дали да оставить това животно на улицата или да го прибере при себе си вкъщи. Перед ним пал выбор, либо он уезжает с компанией праздновать Новый год, как и планировал. То имал избор, или да на Нова година да отиде с компания някъде да заминат, да празнуват Нова година. Либо же он забирает эту кошку к себе. Или той взима това коте при себе си. И отмечает Новый год один с этой кошкой. И празнува Нова година един с това коте. Да, и вот в тот момент его сердце что-то произошло, и он сделал момент, правильный выбор. Нечто в сердце ему се случило, то я направил правильный избор. И тут начались чудеса. И започнали чудеса-то. После того, как он забрал эту кошку к себе домой, след като той взял това коте, и он понял, что все, Новый год он празднует один. То я разбрал, что Нова година празднула один. Вечером ему позвонили его друзья, ну, которые были намного старше, семья как бы. Да, и вечерто саму свободили негови приятели, които са били повъзрастни от него. Они позвали его на служение, на воскресное, как раз 31 числа. И те са го поканили на неделната служба, точно на 31 декември. Там познакомили его с Иисусом. Там са го запознали с Иисус. И вечером позвали праздновать Новый год вместе в этой семье. И вечерто те са го поканили да празнуват Нова година заедно в това семейство. Где он познакомился с девушкой. Където той се запознал с момиче. У них взаимная симпатия. Имат взаимная симпатия. И мы очень надеемся, что все у них будет хорошо, мы будем за них молиться. Не снадяла мы всичко да е наред при тях и ще се молим за тях. Никита, и... Даша, мы вас любим. Предавам им поздрави на Никита в гости и Даша. В церковь Елате тук на гости при нас в църквата. Вот такое свидетельство. Да. Слава Богу. И перед тем, как мы начнем, я бы хотел произнести молитву, если никто не против. Преди да започнем, искам да се помолим.
Дорогой нас Отец Небесный, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за сегодняшнее утро. Благослови, пожалуйста, всех, кто пришел, кто посетил нас. Всех, кто смотрит нас в эфире, в Инстаграме. Пожалуйста, благослови сегодняшнее слово, чтобы все шло в Твоем пути, в Твоем благословении. Мы молимся в единстве и согласии во имя Иисуса Христа. В имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Можно первый слайд, Алексей? Итак, тема проповеди «Краеугольный камень». Тема на проповеди «Краеугольный камень». Моя проповедь будет довольно твердой духовной пищей. И моя проповедь будет твердой духовной храна. Сегодня мы поговорим на эту тему, узнаем, что это за камень, где он зарыт и как его найти. Не, еще научим, как его тоси камок, где его намерим и где закопан. Сейчас начало года, и это отличное время переосмыслить свою жизнь, стать лучше, расставить приоритеты. Сега начало на годината и много добрый момент, да осмыслим живота си, да поставим новые приоритеты в живота си, също. Отбросить все лишнее, задуматься о фундаментальном, о своем основании. Да примахнем всичко излишно, да се замислим за свое основание. Итак, мы начинаем. И не започваем. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое краеугольный камень в обычном понимании, не в библейском, просто вот как в строительстве, да? Какое определение на краеугольный камень в строительстве, вот, например? Краеугольный камень – это первый камень, который кладут в основание строения. Твой первый камень, который поставят в основание на строеже. Он принимает на себя основную тяжесть и определяет расположение здания. Той поема вверху себе си основную тяжесть и определяет расположение на сградата. Также это понятие, обозначающее основу, начало и суть чего-либо. И два понятия, что означало начало, сущность на нечто. Да, можно включить следующий слайд. Давайте обратимся к Писанию. Что утворим Писание тут? От Луки, 6 глава, 47-48 стихи. Послание от Лука, 6 глава, от 47 до 48 стих. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слово мои, исполняющих их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». Аминь. И, ну, как бы в этих стихах идея тут не в том, что камень – это самый прочный материал. Идея того в тези стихове не е, че камък е най-здравия материал. И что строить нужно только на камне. Че трябва да строим само върху камък. Чтобы дом не разрушился от наводнения. И заради това къщата да не се разруши от наводняване. В действительности же нет такого материала, который сохранится в последнее время. Всъщност няма такъв материал, който ще бъде запазен в последното време. Даже самый прочный алмаз. Дори най-здравия диамант. Будет стерт в муку. Ще бъде изтрит в брашно. Основная мысль этих стихов в том, основная мысль на эти стихове, что Господь, в това, че Господь есть наше нерушимое основание, че той е нашето неразрушимо основание, Его Слово – фундамент всего. И Неговото Слово е фундамент на всичко. Учение об Иисусе Христе является краеугольным камнем всего христианства. Учение за Иисус Христос се явява краеугольния камък на цялото християнство, всичко го знаем. Никто не хочет с этим поспорить. Али никто не искал спорить со стува. Нет. Менее всего спорят о личности отца. Наималку спорят за личность на отец. А споры о Мессии Иисусе были во все времена. А споры за Иисус Мессия сопросутствовали при всичките времена. Именно поэтому символ, апостольский символ веры утверждает истину о Боге Сыне. И затова апостольский символ на вярата утверждава истината за Божия Син. Апостол Петр цитирует стих из книги пророка Исаия. Апостол Петр цитирует один стих от книгата на пророк Исаия. 28 глава, 16 стих. 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Можно переключить слайд, да, кстати. Не, это предыдущий.
Ну, давайте про Петра. И заключает. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. В каждом из этих стихов, во всеки тези стихове, слово однозначно указывает, словото показва, что наша верность Богу, че нашата вярност на Бог, укрепляет нас в духе истины. Тя не укрепва в духа истината. Мы больше не колеблемся, не сомневаемся и ничего не боимся. Повече не се колебаем, не се сомняваме и от нищо не се страхуваме. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Защото Бог ни е дал не духа на страха, а духа на силата, любовта и целомудрие. Ну, на это, в принципе, можно завершать мою проповедь. И так можем да свершим мою эту проповедь. Так как основное мы уже знаем. Основное твое, чего знаем. Однако есть еще кое-что. Бачи, има още нечто. О чем мы могли бы поговорить. За кое-то бихме могли договорить. О том, о чем я собирал информацию длительный промежуток времени. За това, за кое-то собирах информация продолжительное время. По крупицам, изучая различные источники. По малки частицы, изучавайки различные источники. Будучи не крещенным и не посвященным в церкви, но это явление не давало мне покоя. Още когато не съм бил кръстен и не съм бил посвящен в църквата, и долго время това ме вълнувало. Далее речь пойдет о том, что у нашей планеты также есть свое основание, свой краеугольный камень. И става дума за това, че нашата планета също има свое основание, свое краеугольный камок. Осознание этого факта не выходило у меня из головы. И осознавание този факт не излизало от главата ми. Что побуждало сильную жажду к истине все больше и больше. Я копал, искал подтверждение этой информации. Което е увеличило моята жажда към истината, и аз все повече и повече търсих тази истина. До тех пор, пока наконец не оказался здесь. И до онзи момент, когато се оказах тук. Бог привел меня сюда, в нашу церковь. Бог ме е довел тук, в нашата църква. И однажды мы с нашим дорогим пастором Геннадием. И един път с нашия скъп пастор Геннадий. Обсудили эту тему, и он указал мне на книгу Иова. Обсудихме тази тема с него, той ми показа книгата Йов. Самую древнюю из книг Библии. Най-древната книга от Библията. И, ну, прежде чем мы окунемся в истоки Писания, хочу продемонстрировать ту информацию, которую удалось отыскать в сети. Преди да се потопим в Писание, то бих искал да покажа информация, която намерих в интернет. Слайд. Существует так называемая линия переменной дат. Нет, прошлой, да. Съществува така наречена линия на промените на датите. Условная линия на поверхности земного шара. Това е условната линия на повърхността на земното кълбо. Проходящая от полюса до полюса. Която минава от единия полюс към другия полюс. По разные стороны которой меняется время, отличается на сутки. И от различните страни времето се различава на денонощие. На картах эта линия проходит по земному шару. И на картите тази линия минала по земното кълбо. По 180 градусу. По 180 градусу. Так называемому меридиану Гринвича. Нарича се меридиан Гринвич. Вот, если вы обратите внимание на карту, то... Ако обърнете внимание на картата... Там практически нет суши, только вода. Там почти няма суша. Также эта линия проходит в районе островов Матуко, Моала и Татоя. И също тази линия минава на островите Матуко, Моала, Татоя и под Чукоткой. И под Чукотка. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот это Чукотка. Твоя Чукотка. Видите, то есть есть возможность, в принципе, поехать и посмотреть, что. Има възможност да отидете и да видите това. Да. И в настоящее время, судя по всему, так было не всегда. Так было всегда, наоборот. В настоящее время, и това, может быть, и было винаги. По этому меридиану и пролегает основание нашей планеты. По този меридиан минавало основанието на нашата планета. Когда я пару лет назад наткнулся на видео на YouTube, я не мог поверить своим глазам. Когато преди няколко години видях клип в YouTube, не можеш да поверим на очите си. Эта информация на тот момент была для меня очень твердым основанием, чтобы прийти к вере. И тази информация е била тогава твърда,
и за да могат да стигнат до вярата. Може да включите ролик. Итак, на этом ролике мы можем видеть, как автор. Виждаме на това клипче как автора. В приложении Google Земля. В приложението Google Земля. Версии 2015 года. Версията на 2015. Исследует океаническое дно. То исследва дъното на океана. Где мы видим пометки на глобусе, которые отображают линию пролегания меридиана. И където виждаме означение на кълбото, които означават линията на меридиана. Благодаря тому, что осталась эта съемка. И благодарение на това, че това клип е останал. Мы можем видеть. Можем да видим. Как гигантская подводная стена. Виждаме гигантска подводна стена. Шириной около 2,5 километров. Тя е со ширината 2,5 километра. И высотой от 2 до 6 километров. И со височината от 2 до 6 километра. Опоясывает Землю от Арктики до Антарктики. Тя описва Земята от Арктика до Антарктика. Мало кто знает. И малко хора знает. Что это за стена? Каква е тази стена? Откуда она взялась? Откъде тя се е появила? Какую исполняет роль? И каква рол исполнява? Никто об этом даже и не говорит. И никто не говорил за това. Есть лишь косвенные упоминания в славянской культуре, сказках и мифах. Има само някакви подробности в славянские приказки. И в настоящий момент эту стену на картах замазали. Настоящий момент на картите няма тази стена. Не будем гадать, кто и почему. Няма да мислим кой за что и кой направил. Есть масса статей, в которых поднимается эта тема. Има статьи, които повдигат този въпрос. Людям такая постройка не по силам. И хората не биха могли да построят това. И сама собой она возникнуть не могла. И тя не би могла да възникне сама по себе си. Она настолько неожиданна для человека, что никто не знает, как она возникла и для чего. Тя е толкова неочаквана за хората, че никой не знае за что възникнала и как. А Бог еще за тысячи лет до того, как появились карты Google. А Бог още преди хиляди години, преди да се появили картите Google. В одном коротком отрывке из Библии. В один краток отказ от Библията. Четыре раза. Четыре пути. Четырьмя разными образами. С четыре различные образы. Говорит об основании Земли. Той говори за основание на Земята. Ее мере. Нейната мярка. Верви. Врв. Краеугольным камни. Краеугольный камок. Который он положил. Кое-то то и положил. Прочитаем. Что прочитаем това слово. Углубимся дальше и посмотрим, что же по этому поводу найдется в Ветхом Завете. Что се потопим още повече, что погледнем, какво има в Стария Завет относно това. Вот такой вот интересный ролик. Можете видеть... Това е интересно клипче. Ландшафтные какие-то образования, вороты, контрфорсы на этих воротах. Тук то есть, видят различные ландшафтные образования. Это не просто какие-то картографические артефакты, это видно невооруженным глазом. И това са някакви артефакты. Вот. Ну, кому будет интересно, этот ролик могу отправить, потом ако посмотреть. Ако ви будет интересно, това клипче мога да ви отправя. Вернемся к слову. И ще се върнем към словото. Поехали. Господь отвечал Иову из бури и сказал. Иов 38 глава. Иов 38 глава. Практически полностью. Почти целото. Господь отвечал Иову из бури и сказал. Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла, припаяшь ныне чресла свои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его и утвердил ему мое определение и поставил запоры и ворота и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру и указывал ли заре место ее?
чтобы она охватила края земли, края земли, то есть это два полюса, и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась. Не сходил ли ты в глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, который берегу я на время смутное, на день битвы и войны, по какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле. Аминь. Итак, упоминается слово «основание». И там се споменава думата «основание». Произносится оно как «беяседи». То се произносит като «беяседи». Это однокоренное слово со словами «основание», «фундамент», «соединение». И това е еднокорена дума с основание, с думите «основание», «фундамент» и «соединение». И Бог говорит, что Он положил основание земли. И Бог казва, что Он положил основанието на земята. Также слово «мера». Също думата «мярка». «Мемад». «Мемад». Переведенная как «мера» в синодальном переводе. В синодальном переводе се превежда като «мярка». Встречается в Библии всего один раз. Здесь. И тази дума се среща само в однош, вот в това място. Таким же образом. И по таков начин. Единственным в своем роде является слово «бара». И единственная эта дума «бара». Тя приведенная как «сотворил». Тя се превежда като «сотворил». Это слово используется единожды в первом стихе Библии. И тази дума се използва само веднъж в Библията в първия стих. Повествующая о творении из ничего. Който говори за сотворяването от нищо. Слова, которые используются в Библии единожды, указывают на вещи или явления. И думите, които се използват в Библията само веднъж, те указват на нещата и явленията. Единственные в своем роде. Които са единствени в своя род. Но и так уже из этого текста Библии ясно. И вот този текст на Библията не е ясно. Что Бог говорит о какой-то единственной в своем роде грандиозной линии. Че той говори, че Бог говори за някаква единствена в своя род линия. Слово «верви». И думата «връв». Это веревка, линия, граница, землемерная верфь. Твоя вже линия, граница, землемерная верфь. И Бог говорит. И Бог казва. Что Он протянул верфь по всей земле. Че той е положил верфь по цялата земля. Краеугольный камень. Краеугольный камок. Пината. Пината. От слова угол. От думата угол. Камень, который поддерживает здание. Твоя камок, който поддържа сградата. Разрушение этого камня ведет к падению всего здания. И разрушаването на този камък водит до разрушаването на цялата сграда. Бог говорит о том. Бог казва за това. Что Он сам заложил краеугольный камень земли. Че той е сам положил краеугольный камок на земята. Я до сих пор в шоке, а вы? Аз съм шокиран. Алексей, можно фотографии? Итак. Этот краеугольный камень, эту верфь, меру основания вы видите на фото и видео. То есть краеугольный камок, верфь, основание, мярка, видите на тези снимки? У земли, на клипче, что? У земли есть свой краеугольный камень. Земята има свой краеугольный камок. Это гигантская нерукотворная стена длиной по крайней мере в 19 тысяч километров. Това е гигантска стена, направена не от ръцете на човек, която може, дължината ѝ може да достига 19 000 километри. Которая уходит одним концом во льды Арктики. Която един край минава през Арктиката. А другим в ледники Антарктики. А другия край в ледниците на Антарктика. Она есть.
Исследователи называют это сооружение «Великая белая стена». Так как она покрыта белыми кораллами практически по всей длине. Также они отмечают, что на самой стене живут огромное количество разнообразных подводных видов. Там все бурлит жизнью. Има много животных в твоем месту. Вот некоторые кадры из тех мест. Это у вас некую кадры от твоего места. Также существует академия дайвинга. Существует академия на дайвинг. На острове Фиджи. На остров Фиджи. Где любой желающий может заказать тур, потрогать, увидеть стену своими глазами. Където всякий желающий может попипа тази стена, да се гмуркне там. Да. Ну что, когда выезжаем? Куда что отидем там? Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! У меня все.